Всем привет, подписчики канала. Сегодня будет особенное видео. Я один еду по работе на митинг. Наш по работе митинг. И там нас везут вечером в музей. Музей часов и музей машин. Очень интересно, что там будет. Это в глубоком Шварцвальд, это Black Forest, Черный лес. Германия, Баден-Вюртемберг. Город называется Шрамберг. Итак, я собираюсь и еду. Поехали. Вот так выглядят первые часы, сделанные здесь в Шварцвальд. Сделаны примерно в 1860 году. Потом они улучшались. Через 10 лет уже так выглядели. Кстати, первые были вообще из дерева полностью. И потом только перешли на шестеренки. Все красивее и красивее. За каких-то 50 лет, 1800 по 1850, сделали примерно 17 миллионов часов. Вот уже и керамика пошла. И это все еще 1850. Вот это внутренности часов, и они все состоят из дерева. А тут уже железячки пошли, а вот дерево. Представляете, это все дерево. Вот это часы будильником. Такого нас по-настоящему проснешься. Такие машины раньше использовали. Тут еще написано, что женщины жили прямо на заводе, потому что работали по много-много-много часов, по 11 часов в день. Приходилось полностью жить здесь. Даже дети работали. И вот так выглядело производство. Сидели друг с дружкой спиной, чтобы не разговаривать. И работали. Еще интересно, это фирма Юнг-Ханс. Юнг-Ханс придумала измерять время на беговых дорожках. И на Олимпиаде в 1972 году это было сделано. Потом интересно еще. Первые солнечные часы на солнечной батарее 1985. И ручные часы 1985. Солнечной батареи. Это радиочасы. Они ловят частоту и сами себе настраивают, как у нас дома. Ну и потом пошла современность. 2000-е. Вот и все. Самая современная частота. И стоит соответствующе. Но у нас есть вот. Куль. Германия во время войны. Вот это дневной рацион взрослого человека. Маловато. Музей просто. Из комнаты со Второй мировой войны переходим к мотоциклам, велосипедам. Самые обычные велосипеды 50-х годов. Ну и, конечно, двойные. Потом самые обычные, но уже с бензиновым двигателем. И вот чем не электророллер. Еще прикольно, вот, смотрите. Двойной велосипед.
С мотором в колесе? Ничего себе. 51-й год. А как будто суперсовременный. Вот на таких дрынчиках надо ездить. Креосан, да? Я бы и сейчас на таким покатался. Какое седло удобное. Класс. Ну вот это просто бомба. Мини-электроллер. В следующей комнате вот такие велосипеды, мотоциклы. С коляской отреставрированная, красивая. Это у нас 54-й год. После войны. Это у нас тоже после войны. Нифига себе, немцы начали после войны выпускать, а? 54-й год. Выглядит как будто современный. Красавчик. Девятый год. Двухместный мотоцикл. Круто, круто. Это какие-то машинки. Называется Антон. Трехколесная. С 54-го года. За 2200 марок. Но смотрите, уже кабрио. Почти. Мягкая крыша. Легенькая. Прикольно. Вот вообще кабрио тоже. А немцы, блин. Начали кабрио делать себе. Да, смешно, конечно. Они вообще помешаны все на кабрио. Наверное, 54-я машина года. До 75 км в час развивается. Скорость, ничего себе. Мне бы страшно было. Вот эта красавица вообще довоенная. 34-й год. Мотоцикл с коляской. Блин, как сейчас. Один в один. Мороженки. Большой-большой фургон. Вообще машина, стеклянная крыша. Вот такая роллер. Что-то американское. Переделанное. Ладно, пойдем дальше. Такой же, только отреставрированный. Ну и мотороллеры. Веспа с запасным колесом. Пипец. 54-й год. В принципе, много ничего не изменилось. 75-й год. 56-й год. Восьмой год, машинка. Уже тогда были красивые машины. Ёлки-палки. Вот это что-то напоминает. Ага. Пусики маленькие. Квадратная машина. Смотри, прицепил лыжи и поехал на маленькой машинке. BMW мотоцикл. 51-й год. 1000 евро. Перерасчет. Красивая бэха. С
сделано в Мюнхене. 32 2 лошадиные силы, 2400. Почта была раньше. Так, мотоциклы 59 года. Уже попроще. Открытые моторы. Какая лампа, ух. Прожектор чистый. Две лошадиных сил. О, саночки, машинки. А, сынуля, тебя всегда, да? Деревянные роллеры. Ну это вообще прикол, смотри, какая машина. Блин, это детская или настоящая, не могу понять. 57-й год. Настоящая? 500 евро. Стоило бы. Вот это вещь. Кабриолет опять же. Че, Наталик, такой хочешь? 950 евро. Продавалось бы, сейчас бы взял, поехал, да? Какая? Знак только непонятно, куда вешать. Ну ладно. Вот эта машина, когда с женой поссорился. Сам сел вперед. И спинами сидите и едите. Посмотрите на эту машину. Таунус. Еще и название классное. Таунус. 60 PS, 120 км в час. 60-й год. Блин, она удобнее моей, по-моему, Пассата, наверное. Смотри, какие диваны здесь. А это для кемперов интересно. Бонваген. А Детлев? Ну, самое интересное, это вот это вы, конечно. Палатка на машине. Узнаете? 60-й год. Пипец. Итак. Мы ничего особенного не видим, кроме как мотороллеры, которые с крышей и двумя колесами спереди. Одноместный, двухместный, это тоже Мессершмитт называется, как самолет. Вот Джончику такую бы вещь, а. Он бы летал бы, а. Опять же, кабрио. Почему нет? Сел и полетел. Снимающаяся крыша. Ну и уже что-то побольше. Тут вообще неинтересно. Обычные жуки. Первые. Неинтересно. Деревянная машина, обтянутая кожей. Вот так вот, 52-й год. Немножко обтянута кожей, только капот и крыша. Вообще не обтянута кожей. За любые деньги, любой каприз. Вот что раньше придумали. Велосипед обычный. И мотор можно просто подвесить на переднее колесо.
52 год. 150 евро. Алиэкспресс, привет. За 70 лет почти ничего не изменилось. Идеи те же самые. Реализация лучше только. Мини-мерседес кабриолет. Блин, двухместный, ну вот кот для Джончика такой, а? Ну он, блин, настоящий. Всякие премиум-лимузины. Вообще здоровенная бодяга. Где такую парковать только, а? БМВ. Дверь спереди. И прицеп. Класс. Лодка, которая складывается. О, блин. Ну ладно. Прицепы одноосные. Класс. На... Ну ладно, пока.